Всем добрый день, друзья! Привет вам из Елгавы! Мы находимся с Наташей на улице Снега. Вот смотрите, где мы находимся. И приехали показать вам, как разлилась река Светы. Вот на вот эти вот прогулочные, вот эти вот, смотрите, тропа прогулочная. Вот здесь мы поставили машину. Вот видите, это когда было 755 лет Елгаве, и вот эту поставили. Эти цифры, видите? Елгава 755. И вот мы с Наташей пошли. Она говорит, пойдем вот здесь дороги покажем им. Вот эта сторона. Это, повторяю, река Светы, вот так разливается. А здесь построили уже, наверное, лет 5, наверное, да, Наташ, примерно? Примерно вот так вот. Может, 4 года как? Да, вот я и показываю, посмотрите, сколько воды. Как будто весна, друзья. А сегодня 18 января 2023 года. Так что вот погуляйте вместе с нами. Вот мы так вот объемно вам захватим, покажем. Я, друзья, так на приближение немножко поставил, чтобы вам было лучше разглядеть. Вот сначала эту сторону подойду. И дойдем до моста. Здравствуйте, Наташа. Как не замерзла ты? А перчатки взяла? Ну давайте там свои. У меня руки горячие. Я парень горячий. Давай. Нате. Пожалуйста, берите перчаточки. Вот тебе перчаточки. Парень горячий, пока не замерз. Пока не остыл, да? Вот так вот. Смотрите, как красиво, друзья. Ой, красота. Вот замерзло бы, мы бы приехали сюда на коньках кататься. Ой, а может замерзть еще, а? Ну, когда замерзло, почему? Ну, разлив, конечно, хороший, друзья, хороший. Ну, это еще только начало, друзья. А мы в прошлом году, кстати, приходили, мне кажется, даже меньше было, а? Или... В прошлом году мы не были. А разве мы не были? Были мы в прошлом. Были мы в прошлом году. А мы с Наташей... Вода, смотри, да, подливает. Мы сейчас с Наташей дойдем вон до того дома и сравним. Мы тогда ходили, и там у них было залито это... Там что-то... Сараи, там какие-то постройки. И парник у них был залитый водой. О, как крутит, посмотрите. Вот она, река Светы. А? А я вот здесь вот так вот пройду. Ага. Вот такую дамбочку здесь, дорожку поставили. Видите, построили насыпь. Вот так вот поднялась вода. А, Наташа, дальше можем не ходить. Я издалека вижу, что так сильно не поднялась она, как в прошлом году. Ой, прошлым, позапрошлым, что-то я не помню. Ну там, видишь, парник не в воде у них. Значит, где-то сантиметров на 50 меньше еще пока уровень. Да, они тут приезжали, вот еще вот эти задвижки, помню, что-то здесь крутили, поднимали, закрывали, что-то делали они здесь. Вот сколько пригнало всяких этих... Корней. Да. Пригнала, пригнала. Я сейчас перелезу вот здесь, покажу вам. О, там собака идет. О, собачка там. Вот не улететь тут. Ой. Вот какая. Какая вода. Видите, даже не видно. Что, откуда? Вон только где бурлит. Вон, смотрите, во. А здесь тишина.
а течением под давлением вон выходит только откуда. Это где-то примерно в 3 метрах от самой вот этой вот бетонированной вот это вот. Господи, вылетает из головы. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Во. Поднимается потихонечку. Ну, если не будет морозов, то она поднимется еще больше. Ну вот, вода, смотрите, вон там доходит до забора. Она на территорию дошла у них уже? А, ну да. Ну я туда больше не пойду. Значит, в этом году... Ну не весна же еще, правильно? Посмотрим, что еще весной будет. А так вон как залито все, посмотрите. Вот такой вот разлив. Сейчас пойдем мы там погуляем. Это прогулочная тропа. Ну все, сейчас идем по этому. Было больше воды. Было, да, было. Вот заходим. Хорошие такие досточки. Тут приятно ходить, друзья. Ой, говорю, тут такие длинные. Посмотрите, вот, пожалуйста, ходите, гуляйте. Ну, ветра такого нету, нормально. Плюс 2, да, забыл сказать вам. Плюс 2 градуса сегодня. А утром мы когда... Я когда Наташу отвозил, лобовой было замерзше. И что-то такое, как изморозь летела, да? Ну, ночью, наверное, и замерзла. И я взял, ну там, знаете, эту чашку 5-литровую, налил водички и кружкой заотлил лобовую. Там 3 кружки и все. И ручку брала, я прям такая тоже... заморожена была. У меня тоже ручка была замерзшая. Не сильно, но все равно. Чувствовался, да? Да. Маленький. Вот такая травка, смотрите как. Ну, ледок. Лед стоит, друзья. Маленький, тоненький ледок. Вот именно вот она вот сегодня ночью и утром прихватила. Вот если бы замерзло вот это все, вот хотя бы сантиметров 5, 7, 8. Да, и тогда можно и кататься на коньках здесь, это точно. Да, видите, какая красота, друзья. Вот такой лед. Так что прихватило за ночь, под утро. Ну, это надо хотя бы градусов 7, 8, так 10, чтобы пару-тройку дней постояло, чтобы можно было здесь кататься. И то навряд ли, если вода будет прибывать, то не даст так сильно замерзнуть. Здесь, я говорю, здесь это... А, дерево? Да, да, пригнал откуда-то. Слушай, нет, это мне как... Это пригнало? А может быть они здесь были? Ну да, их откуда-то точно пригнало. Я думал, может специально завозили, может что-то здесь пилить. Какие-то фигуры делать. Материал. Видно, что как бы спилены. Вот это. Да и та спилена тоже. Может быть, специально привозили? Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну да, я вот не договорил. Это вот частный район. Это знаете, какой район? Кто из Елгавы точно должны знать. Это, этот район еще бедным называли. Бедный район, да? Помнишь? В народе так люди. В народе так прозвали. Ну, это в каких-то там конец, наверное, 80-х, начало 90-х сильно начали здесь строиться. Кто знает, друзья, тот знает, откуда здесь произошли вот эти вот
огромные дома. Просто не, я говорю, не хочется туда ходить. Ну, иной раз вот такие домины, это ужас. Я говорю, на что они строились, вообще не понимаю. А да, Наташа, он напомнил, а сейчас как содержать такие дома, вот эти огромные? Это ж по сколько квадратных метров? Минимум 300-400. А некоторые дома, наверное, я не знаю, там я проходил, наверное, 500 квадратных. Вчера это тема была. Как минимум. Да, совершенно верно. Тут на квартиру охает, ахает, тут дома содержат. Да. Не охает, не ахает. Ну вот я вам скажу, солнышка нету, и как-то без солнышка. Нет, ну, ну нет такого настроения просто. Нет такого настроения гулячего. А Наташу я только, заметьте, с работы взял, да, с работы. Кто там? Камушками кидали? Во, нет, камешками тут никто не кидал. Это так замерзло. Интересно, да? Угу. Да, это так просто замерзло. Ну-ка. Что ты там видишь? А, ну да. Это, да, это так. Воздушные эти шарики такие. Воздух. И так замерз лед. Вот смотрите, какая красота. Ага. Когда солнечная погода здесь, ну как хорошо гулять, друзья. Ну весной, вот мы приедем еще весной. Обязательно приедем. Я говорю, вот смотришь на вот это наводнение. Да, это тоже так замерзло. А это ветром ее так выдуло, да, вот они. Да, под этим мосточком так ветерок, сквознячком, да. Природа как делает. Сквознячком, да. Ну, пройдем мы туда еще немного с Наташей. До самого... А, мы еще ту сторону вам сейчас покажем. Я говорю, как весной? У нас даже бывали года, и не один год, в смысле весной, но не было столько воды, друзья. Просто бесснежные зимы были. Так, иногда там что-то полетит, и все. Даже дождей почти не было. Чуть-чуть там, и все. Засушливые даже зимы, я вот серьезно говорю вам, друзья, мне не дадут соврать, вот кто у нас здесь живет, тоже пишите комментарии, да, пишите комментарии, друзья, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на наш канал, кто не подписан, делитесь с друзьями в социальных сетях. Были такие зимы, что неоткуда было воде взяться. Хорошо тут, приятно ходить. Вот идешь по этой. Ой, видите, какие доски хорошие. Ой, как приятно. Там что такое, автобус стоит торговый? Где? Или что? Красный. Или что такое, не знаю. Где ты видишь автобус? Около Белого дома, смотри. Нет, это разобранная машина. Я говорю, разобранная. Это разобранная машина, да. А ты видишь автобус? Ну, я думаю, микроавтобус. Нет, это машина разобранная. Без дверей. Может, на запчасти просто продавал, объявление подал. А, ну, скорее всего, по объявлению он подал на запчасти. Вот здесь пойдем, я хочу показать вот эту сторону. Наташа, смотри, щука! Вон она, вон она, вон! А, это не щука, это же этот. Да. Это как ее? Палочка какая-то?
Да я пошутил, я пошутил, шутю, я все шутю. Шутю, я, говорит, все, сынок, шутю. Пишите комментарии, из какого фильма это. Будет очень интересно знать, смотрели вы этот фильм. Шутю, я все, сынок, сынок, шутю. И подскажу вам, он еще говорил ему, и пошел наш род, и пошел наш род. Угу. Батя, ты что? Все, я больше не подсказываю. Так, пишите в комментариях, с какого это кинофильма. Утки! Вот здесь я точно не шучу. Не шучу. Вот они. Сидят утки, сидят утки, сидят утки, два гуся. Вот они, смотрите. Ой, на одной ножке, смотрите. Ой, замерзли. Замерзли. Ой, жулики. Ой, жулики замерзли. Вот они, уточки. Как будто они уже, смотри, вот они парочка, да, парочка. Вот вам и пожалуйста, друзья. Вот они самые хитрые, они сейчас яйца наложат где-нибудь, выложат. Быстрее вы... высидят потомство и еще раз выведут, да? А может и несколько раз будут выводить. День через день. Вот они какие, посмотрите, а. Вот жулики. Лохнулась. На одной ноге. А может быть и этот, как его? Мужчина. Селезень называется. Селезень? Селезень? А ее как зовут? Уточка. Уточка она, да? Ну ты хоть, дай хоть имя, вот как ее зовут, как его зовут. Сенис Марин, да? Его зовут Сеня, а ее Марина. Ну так просто, это, знаете, Сенис Марина, это поговорка была у моей мамы покойной. Да, вот они эти, Сенька с Маринкой. Даже не шелохнуться. Жулики, даже не шелохнуться, точно, да. Вот не зря мы подошли сюда, вы вам уточку показали и... разлив вот реки Светы, вот видите как? Хотели как будто пристройку сделали. Где? Только вот до объявления. Дальше разве было, не было? А еще дальше что-то есть? Где было? Было. Было. Вроде было. Ну давай сходим. Вот подходим мы. Здесь, смотрите, такой расширенный плацдарм. Во как здесь. А я прошлый год точно не помню. Вот здесь было так? Бей, не помню. Ну ладно. Просто мы, наверное, туда не ходили с тобой. Решили не ходить. Ну вот так вот, смотрите, как разливается. Друзья, я поправлюсь, это в 2020 году, ну получается, да, совсем недавно, это в этом году только 3 года как будет. Ну, да, в 2020 году сделали. Вот эти вот мои мосточки, пожалуйста, вот при разливе реки Светы. Да, да, да. Ну как я ее зову деревянная тропа, вот здесь прогулочная. Просто, легко и просто. Пожалуйста. Да, получается в 2020 году, а я говорю лет 5. Нет, нет. Ну 3 года. 3 года. В конце 19-го, начале 20-го, да? Но я еще тоже так подумал, думаю, как они могли сделать в 20-м, если она река разливается. Значит, получается, они в 19-м начали. Ну и... Я думаю, не с радостью, ну да, 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 да. Настраивали, настраивали. Вот и настроились.
Ну вот, друзья, показали мы вам, как именно сегодня, 18 января. А во, еще утки. Ну, смотри, Наташа. Господи, я хотел заканчивать. Да. Вот, пожалуйста, и утки сидят вам. Смотрите. Там были две, а здесь три. Вот они, смотрите. Жулики. Да, сегодня, говорю, 18 января 2023 года. Вот такой у нас разлив на реке Светы. И уточек вам показали. Ну вот, потихонечку будем двигаться на выход. Туда мы не пойдем, потому что, ну, что сейчас там. Вот мы вам показали. Все эти тропы не обойдешь. Не обойдешь, но просто мы вам показали, что тут происходит. И вот сейчас пойдем по направлению к машине. Есть лед. Есть. Вон там. А, здесь. Я говорю, здесь сквозняк, поэтому здесь его и нет. А да, дальше есть, вон он. Где меньше движения воды, вот она, где стоячая такая вода, там больше льда. А здесь вот видишь, она как-то колышется, эта вода. И не прихватило морозцем. Так что погуляйте, погуляйте, друзья, с нами. Вот как... Да нет, 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 это еще нормально. Смотри, еще сколько, да, это надо... Да, где-то еще с полметра и тогда, сантиметров 70. Наверняка. Да. А, говорю, вот когда солнышко здесь и когда тепло, ну градусов 15, где-нибудь так. 12 без ветра. Ой, как прекрасно здесь гулять. Ну, а еще лучше, когда вообще 20. Раздетые в майках, да? Да еще и без ветра. Ой, господи. Да. Ну, конечно, ну вот кто здесь живет, да, вот хотел сказать, кто здесь живет, конечно, им эта красота уже, как говорится, уже примелькалась. Глаз уже приелся, уже эта вся эта красота, уже им как-то, знаете. Это мы пришли. Ой. Ну да, у нас, в принципе, тоже. Да, у нас своя красота. Вот выходишь, у нас там это озеро это такое. Ну, прудик такой, знаете, я там на коньках катался, кто смотрит меня постоянно. Так и в этом году и не удалось, видите, все растаяло. Только прихватило, снега насыпало, и тут же все растаяло. Я даже не успел никуда ничего, ну, потому что лед тонкий был. Там лед и сейчас стоит, но он тонкий, максимум где-то сантиметра 3-4, а? Не-не, вот здесь пойдем, а ты туда... Ты пойдешь по этой? Не, пойдем по тропинке. Вот вышли тоже на развилку такой тропы, видите? Оттуда идет, отсюда идет. Я говорю, тут гулять, я говорю, не перегулять. Пожалуйста, гуляйте на здоровье. Дышите свежим воздухом. Ну, повторюсь, я говорю, дома здесь просто огромные, огромные. Особенно там вот где-то вот как в середину туда заезжать. Мы как-то какую-то зиму тут проезжали с Наташей. Ой, какие дома огромные. Ну да, вот я повторюсь. Опять же мы подходим к этой теме, что раньше было все дешевое. Тоже электричество, тот же газ, та же вода. Ну все, буквально, все стоило, ну, по сравнению с сегодняшней ситуацией, копейки. Так вроде не видно, ни пузырьки не видно было. Да. Ага, да. Нет, он видно, вон, смотри. Ой, какие маленькие собачки какие, посмотрите. Ой, какие собачки, смотрите, маленькие. Ой, какие, ой.
Хорошенький, хорошенький. Ой, какие маленькие. Ой, вот Сёмка бы их таких увидел. Ой, он бы их не знал, вообще не понимаю, как... Может, он наступил бы и раздавил бы, не? Или, а? А вон он, утки тоже летают, вон две. Друзья, что, они уже что ли себе собираются парами? Или которые здесь вообще не улетают отсюда? Но у нас на нашем озере, вот рядышком, где пруд, где мы ворота открываем, пока никаких мы уток не видим. Может, они где-то спрятались? Ну, не знаю, обещают. Обещают еще где-то подморозить, что-то подсыпет. Ну, все, друзья, на этом будем заканчивать свое видео. Как раз мы пришли на эту тропиночку, где мы и начинали. Мы такой кружочек дали, вот так вот прошлись. Да, нос покраснел, тебе замерзло? Нет. Ну, плюс два, друзья, повторяю, плюс два. Ну да, который тебе отдал. Ну, вроде я не замерз еще, так терпимо руки. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Да, пишите комментарии. Всем доброго. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Успел я? Вот так-то вот, друзья. Нет, серьезно. Всем доброго, до следующего видео.